По первой дорожке Стара веселая соседка принимает команда молодости нашей. В составе Якутин Сергей, Надежда Брюнова, Галина Онда, Валерий Бакаев. Первая дорожка. По второй дорожке примет участие команда под названием «Хлорокмала». Татьяна Иванова, Лиза Герасимова, Илья Гончаров, Сергей Тураев. По третьей дорожке принимает старт команда «Звезды» Максим Амфимов, Артем Соломов, Полина Мельникова, Мария Ручкина. По четвертой дорожке старт примет команда «Бомба» Алексей Садовников, Вячеслав Скворцов, Екатерина Тучина, Екатерина Ермакова. Команда «Древнин» в составе Николай Амбарцумов, Дмитрий Копылов, Анастасия Коротченко, Евгения Чернова стартует по пятой дорожке. И по шестой дорожке команда с названием «Газпромова». Константин Васильченко, Юрий Янченко, Ольга Сафронова, Полина Карла. И по седьмой дорожке стартуют Александр Васильев, Татьяна Троян, Дарья Костикова и Иван Ковалев. Thank you.
все нормально. Чувак, смотри, как оно там. Никита, все встали, хорош, у меня ничего не будет сейчас. Вылезай. Ты тебе долгий был, парад такой.